кто здесь будет и как все это будет организовано? Здесь меняется полностью газон, дорожки, малые формы, деревья, кустарники и цветники. И здесь на площадке, на которой мы стоим, будет резиновая покрытие. Мы поддерживаем исторически сложившуюся тропиночную сеть. Вот как от домов здесь люди, собственно, ходили, так в схеме и учли. Вот все эти тропинки были натоптаны годами людьми, что очень важно, я считаю. И здесь несколько зон предусмотрены и тихого отдыха, и спортивного отдыха. Значит, тренажеры предусмотрены на разные возраста, значит, детей. Вот, таких зон здесь 4. Так, значит, когда сдаем здесь? 20-му году, крайний срок, не позже 20-го. Ну, я думаю, что они закончат, если у него нормально работа, если сейчас не показные выступления они делают. Нет, у нас я... Должны убрать не там, где мы идем, а здесь. Смотри, вот сейчас как дожди, все. Обед у нас. Смотри, ну, вот. Начинать надо, понимаешь, приучать их с малого. С малого. Требуй. Ну, ты опытный человек, ну что мне говорить? Все, прошу, огонь и воду. Понял, да? Да. Чего не убирается? Грязи! В этом году как никогда. Вот сами выходим и сами убираемся. Наводить порядок. Вот это все помогать наводить порядок. Везде. Здесь будут дорожки беговые и большой межквартальный комплекс. То есть рассчитанный на несколько дворовых территорий. А сначала здесь планировали поставить... Гараж. Да, были сначала гаражи, так как жители... Мы решение приняли, я сюда приезжал, мы отменили гараж, вот, и обещали в этом году жителям благоустроить двор. Спортивный так? Комплекс. Да, так. Спортивный комплекс. Вот, что-то работает только 4 человека, это, наверное, потому что стесняются нас, что ли? Остальные-то где? 4 человеками тут ничего не сделаешь. Ну, начали в связи с этим, что решение принято было 3 недели назад вами, окончательно, бесповоротно. Вот, значит, с опозданием немножко приступили. Ну, там написано май, месяц, начало, май. Вот я прочитал все. И так долго ждали. Ну, я же обещал, вы, по-моему, тогда были со мной, нет? Нет, нет, я другие не хожу. Были люди. Я нас в прошлый год приезжал, и я мне вас тогда... по газете. Просили не строить, а благоустроить. Да. Корень один, а значение разное. Поэтому в августе... Успехов вам в работе. Давайте. Вам всего тоже доброго. Не болейте. Да. Дорога это принадлежит окружная. Вот это кто убирает? Китай, слушайте, ну что это такое? Ну что это такое? Заброшенная территория. Вот смотри, какая грязь. Вот что это такое? Что мне туда привезли? Показать? Расписаться в грязи? Не делали ливневку, что ли? У нас здесь ее вообще нет. Ну, надо хотя бы сделать самостоятельную ливневку. Но это не порядок. Это общежитие БКСМ, оно у них. Ну, не важно, люди здесь ходят. Ну что ее держать? Валерий, мы сейчас вот этот дом, он передан. Почему здесь долго вопрос решал? Слушайте, вы ходите как-то с своими сотрудниками, вы ну, смотрите. Или ждете, когда к вам присед приедет, да? Ну не должно быть грязи такой. Скосили, а убрать. Слушайте, ну не работают у вас ваши. У вас же есть какие-то участки, бригадиры. Ну что вы им зарплату платите? За что? За то, чтобы я приходил указывать? Значит, карту небольшую. Чтобы тут каждый приезжающий нас не вспоминал добрым словом. Это что это такое? Такого уже нету.
Плохо. Отлично. Мягкий, мягкий, хорошо. У меня вот я живу. Лавочки, видите, какие бабки сидят. Нам спины болят, все. А там я уже заметил. Там, надо, там, там снимать надо. А полиция-то тут бывает у вас, нет? Нет. Участковые свои. Они приедут когда отсюда через... Когда они приедут, смотрят и... Карадрак устроили, да? А так, нет. А так не будет? Нет. Я говорю, там даже из-за кустов есть яблоки вот уже. Тут вот два и три. Три дня вообще, назад тут мужчины убежали. Здесь, во-первых, не убираются, мы вот ногами. Хоть бы метру попытали. Ну, видим, не убираются. И лавочка такая. Лавочки тут две было, одну сломали. Одну сломали. Там тоже убираемся мы. Какой-то я вот, хожу, вижу запустение у вас здесь. Ужасно, запустение здесь никто не убирается. Еще, да. Если бы убирались, было бы вообще было бы отлично. А это все. Хороший у вас такой микрорайончик. А здесь отлично. Был сад у вас, тут, да. Зелени много. Конечно. У нас а порядка у вас здесь нет. Повырубали все плодоносные деревья, а все вот сухостой весь оставили. Да. У нас все наоборот. Очень много сухих деревьев, вот их надо всех отдать. Вот надо снести, там ресторан они называют. Там это вот так, где они сидят, да? Да, да. Все местные алкаши. Одна пьянь. Спят, лежат, где он видит? Костры разжигают там, да. Шашлыки делают, да, да. А бабушки вот сидят. Ну, шашлыки-то они делают и под деревьями вот здесь, везде. Гадят, ходят там. И у них все пусты, все туалет, вот эти вот пусты, все условия. Вот ладно, постараюсь вместе с начальником полиции округа навести здесь порядок. Да, конечно, надо, и чтобы убирали здесь. Наведу порядок я здесь. Хотя бы эти поставили бы урны. И лавочки все здесь изменим. И лавочки вам, надо. И на чем убираться? Это. Они там все. Мне это, вообще стыдно, а? Вот стыдно хозяева здесь территории. Мне стыдно за вас. Ладно, обещаю, наведу я. Я, если меня не знаете, я префект округа, фамилия моя Виноградов.